Прослушать. Я послушала. Ну и как? Отвечать будешь? А что это у меня? Да, конечно. Я извиняюсь. А что? Ну, человек ждет из вежливости, можно было бы ответить. Не буду я ничего отвечать, ничего делать, ничего. На сегодня день рождения. Ну, тогда поздравление принято отвечать за день рождения. Не буду ничего отвечать. Окей, ладно. Оценка мне как-то до лампочки. Тогда я тебя поздравляю с днем рождения. Спасибо. Желаю много счастья, много сил и здоровья. Вот именно. Здоровье мне надо. Географический вопрос надо решить обязательно. Что у вас там с балконом у вас как? Нормально все? Можно выращивать или еще? Они сегодня хотели не жужжат. Сегодня лепят чего-то с пятого этажа. Начали что-то лепят, бегают туда-сюда. Что, лепят балкон заново делают? Да. Так все спилили. Все эти самые заграждения все спилили. Так я поняла. Это ж как раз Лукашенко вам и заказал эти все балконы починить, чтобы у вас аграрный вопрос наконец решился. Огурчики, ага. Помидорчики. Не смеши. Что-то одеть, я голая хожу. Сейчас Светка придет, а я голая. Ладно, давай не буду тебя отвлекать тогда.